Готовим мясной пирог. Для теста берем теплую воду, добавляем дрожжи и сахар. Перемешиваем все, вливаем теплое молоко, добавляем растительное масло, соль и муку. Готовим тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и держим в тепле 1 час. Тесто поднялось, делим его на 2 части, раскатываем, выкладываем на пергаментную бумагу и приступаем к начинке. Берем говяжий фарш, добавляем мелко рубленый лук, соль, перец по вкусу, перемешиваем. Убираем в сторонку и далее на тесто выкладываем картофель, сверху выкладываем фарш, сверху оставшееся тесто. Защемляем края, делаем небольшой надрез, смазываем желтком и выпекаем 40 минут. Пирог готов. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.